Друзья, всем привет! Я сейчас хочу выложить такое видео, когда я была на работе и попросила мужа целый день снять, чем они будут заниматься дома без меня. Он у меня не блогер, он у меня не увлекается ютубом, как я. Поэтому впервые он взял вот так вот камеру по моей просьбе, так как я его попросила это сделать. Не судите строго. Как получилось, так получилось. В первый раз он так вот нажал на запись, да, и целый день поснимал, как что они с девчонками проводили день, так как я была на работе. Они занимались домашними делами, он готовил. Очень, кстати, вкусно приготовил блюдо. Тоже он у меня не повар, не кулинар. Готовкой на кухне занимаюсь всегда я. Очень, как бы, в редких случаях я его прошу мне помочь приготовить, потому что мне этот процесс нравится самой. Я всегда с удовольствием готовлю обед, ужины, там, завтраки и на праздники. Поэтому он у меня всегда как в помощниках только. Поэтому то, что вот он сегодня приготовил, и приготовил очень-очень вкусно, я вас прошу поддержать нас лайками. Нам будет очень приятно. Ну все, продолжайте смотреть. В конце видео вы увидите, как я пришла с работы и очень радуюсь выходным. Кто досмотрит до конца, тот это увидит. Всех благодарю. Подписывайтесь, ставьте лайки и продолжайте смотреть. Всем привет-привет. Канал Оля-ля. Мы собираемся в сад. Маму отвезли на работу, поэтому программу ведем сегодня мы. Я ее отвез, сейчас девчонок дождусь, и мы стартанем. Ну, что хочу сказать, спать очень хочется. Очень рано, девчонки идут. С ведрами. Где они? О, ладно. Как холодно. Думаешь, холодно? Ой. Скажите здравствуйте. 20. А вот мы поехали, а какая красотища-то. А машин нету совершенно. Едем, едем на заправку. Кастораму проехали, сейчас залетаем на парковку. Лет, как она, метра. Свобода, можно тут задом сотку разгоняться. Никого. О, нет, есть лежачий пока. Полицейский все равно есть. Вот они, пожалуйста. Не уйдешь от них. А мы сейчас его объедем. Вот так вот. Раз. А потом вот так еще. А вот два. Объехали. Кто-то ходит. Пешеходы есть. Машин нет. Пешеходы есть. Ой, ворота делают. Ничего себе. А зачем ворота? Что случилось? От кого прячется? Может, как в Гринвиче будет парковка там 3 часа, может, чтобы никто здесь машины не ставил. Ну, видишь, люди позволяют себе на машинах, на дорогах стоять совершенно так свободно. Беспредел утренний. Так, ну вот мы на заправочке. Чик-чик-чик. Все, заправились и полетели. Вернее, заправили свой космический корабль. Стартуем. Как говорил Гагарин, поехали. Ну а дальше будет не совершенно интересно. Потому что будет одна дорога, лес. И девчонки только храпели. А вот мы и приехали. Тишинище на улице. Прохладище. Заходим.
попадаем в свое царство, государство. Пошли посмотрим, что творится. О, яблочки какие. Ничего себе валяются. Надо подобрать. О, какой. Наливное. Кабаки. Ау, не замерзли? Что-то померзли немного. Малина уже все. Лук надо собирать. Надо яблоки собирать, какие большущие яблоки. Это у нас в этом году что-то здоровые какие-то. Ладно, пошли мы. Заросло все, заросло. Так, там хороший пусть сад. Маленький оставим. Вот что значит не приезжать неделю. О! Видишь, я не зря обрезал, так получается. У нас красные помидоры, ой, розовые. Ага. О, еще один. Вот, тут веточку подвязать надо, глянем, что творится. Ну, сейчас мы сорвем перчики, придем сюда, порядок здесь наведем. Так, вышли на охоту. Еще, о, нашли, опа, ось. Красненькие, но почему-то маленькие. О, сок, нифига себе. Лучше, значит, неделю не ездить. А зачем он здесь растет? Кто его посадил? Я не сидел. Катюшка поливает у нас все. Мы почти все сделали. Яблок набрали, все набрали, вон, рвали. Сейчас как поедем домой, обратно. Как бы так. Закрываемся. Девчонки садятся в машину. Ворота закрываем. У нас замочек. Зверюшки, пока-пока. Ну все, я поеду сейчас как кум королю. Меня везут. Так, подожди, не страгивайся, мы же еще не поехали. Сейчас телефон возьмет и пойдет. Сделаем итог, что мы сделали. Мы сделали за сколько, который час? Время 8:48. Буквально за час. За час. Мы управились. Когда мы это все делаем в течение двух суток. Мы молодцы. Все, пока. Так, это снова мы. Мы приехали домой. Мы собирали кабачков, целый мешок. Там у нас лук, морковь, свекла, огурцы. Что не влезли, помидоры. Ксюша набрала яблок. Варить компот. Здесь у нас перчики еще и помидорчики. Сейчас сложим в коробочку. Пускай краснеет, будем кушать салатики. Ну, всем привет, привет. Готовим плов. Берем казан. Берем масло. На полный огонь. Нагреваем казан. Для этого возьмем мясо. Две луковицы, два чеснока. Морковь, соль. И правочку. Нарезать. Обязательно соломку. Я не должен это получить. Вперед с песней, как получится. Результаты сообщим. В первую очередь, на нашу кухню.
Закидываем. Ну, а теперь сам все перемешиваем. Чтобы он разводился. Такой вот наш плов с курицей.
стоит. Будет хорошо. Всем приятного аппетита!